Уважаемые садоводы, здравствуйте! Через два дня яблочный спас. Поэтому сегодня сюжет будет о яблоках. Пойдемте вот на сорта более крупноплодные. Перед вами зимний сорт «Феникс». Яблочки достаточно крупные, до 100 граммов, желтого цвета. Этот сорт способен храниться месяц, а то и два. И пользуется большим спросом на рынках у садоводов-любителей. Одним словом, очень ароматный, надежный тоже сорт, но в суровые зимы немножко идет подмерзание. Поэтому садоводы должны выращивать такие сорта крупноплодные, как «Феникс», на низком штамбе, то есть вот 30-40 сантиметров высота штамбика, а потом пошли веточки. При таком способе выращивания, когда верхушка в суровой зиме подмерзнет, яблочки всегда на уровне снегозалегания будут иметь место, то есть урожайность не будет существенно снижаться. Ну вот видите, урожай вот этим яблоням 5 лет, урожай хороший в этом году, просто замечательный. Для Сибири специально селекционер Мазунин вывел низкорослые яблони, чтобы не было надобности их пригибать, насильно пришпиливать. Но в том числе и яблочки должны быть крупными. Одним словом, вот перед нами сорт «Фермер». Это сорт зимнего назначения. То есть плоды снимаются где-то в середине сентября и хранятся 2-3 месяца до Нового года. Вот это сорт «Фермер». Он не более 2 метров ростом. И весьма урожайный, вкусный сорт. Но, естественно, сейчас эти яблочки еще зеленые, имеют вот такую незрелую структуру. Через месяц-полтора его только можно будет снимать. Очень хороший сорт. На заднем плане тоже сорт Мазунина, брат Чудного. Это сорт очень урожайный, с ежегодным плодоношением. Высокая зимостойкость, пригибать его не надо. И при хорошем уходе, поливе, подкормке, при нормальной густоте яблоки достигают 300 граммов. То есть для Сибири вот низкорослые сорта Мазунина, «Фермер», «Брат Чудного», «Чудная», «Приземленная» альтернатива сланцам. Поэтому, кого это заинтересует, обратите внимание вот на эти крупноплодные сорта яблонь.